Для большей информированности жителей городского поселения Горки Ленинские был выпущен очередной номер местной газеты, в которой были изложены основные этапы развития поселения. И уже перед началом отчетного доклада главы пришедшие могли сделать свои выводы. Социального развития вот именно поселения нашего и деревни Горки. Здесь есть над чем трудиться. Как главный врач амбулатории я уже очень много лет, с 2005 года. Так что я хочу сказать, Александр Петрович, у нас очень хорошая долгая дружба, и его помощь нам просто ощутима по настоящее время. И причем каждый прошедший год с момента, когда вышло постановление о местных органах самоуправления, да, закон, накапливается больше впечатлений и накапливаемые впечатления перерастают в уверенность того, что это нужный шаг. О том, что было сделано за 4 года, Александр Котов изложил в своем докладе. А сделано было много. В поселке Горки-Ленинские по улице Новое шоссе проведено комплексное благоустройство, которое проходило в 3 этапа. Большая работа была проделана по обустройству детских площадок. Ежегодно в поселении во всех населенных пунктах проводилась поэтапная модернизация старых и строительство новых линий уличного освещения. Затраты на 2-3 года на ремонт и содержание создания новых сумма расходов на строительство, ремонт и содержание муниципальных дорог, общая протяженность которых более 20 километров, составила 40 миллионов рублей. Построены за этот период две новые дороги, я уже говорил, через до города Видно, через Пугачево, Калиновку и Сопрогово. Из средств бюджета в поселении проводились культурно-массовые мероприятия. Одним из значимых был праздник поэзии. К празднованию 200-летия побед русского народа в Отечественной войне 1812 года на Аллее Победы в поселке Горки-Ленинские открыт уникальный памятник в честь героев войны с Наполеоном. Глава администрации поселения рассказал и о планах на 2013 год. Это и строительство нового детского сада, дальнейшее благоустройство, социальная работа. В новом 2013 году работа с детьми и с молодежью будет поставлена на более высокий уровень. В поселке уже начал свою деятельность Центр развития детей. Успехи поселения достигнуты при полном взаимопонимании в решении задач администрации, депутатского корпуса, актива и неравнодушия жителей. Новый куратор городского поселения Горки-Ленинские, заместитель главы администрации Ленинского района Иларион Вареник отметил социально-экономическое развитие поселения. Все выступающие работу администрации Горок за период с 2009 по 2012 год признали как хорошую. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.